шоу, говорят организаторы, семейное. Родители приводят детей, но в итоге и сами оказываются охвачены вниманием. В труппе спектакля и актеры, и гимнасты, и хореографы. Разнообразие во всем. А сама постановка не начало, а продолжение лесной истории. Весной сыктывкарские зрители уже познакомились с масштабной работой театра «Power of Fire», волшебным лесом, и сказочные персонажи оказались всем по душе. Мы решили рассказать более подробную историю самого полюбившегося зрителю персонажа белого грибочка Мириады. Вот, о том, как она появилась в волшебном лесе, какие препятствия она прошла на этом пути. Вообще, в целом, спектакль рассказывает о том, что что бы ни происходило плохого в жизни, как бы не были против тебя обстоятельства, как бы тебя не принимало какое-то общество, все равно есть место, где тебя ждут, где тебе будут рады, где тебя любят и всегда обогреют. Около 5 месяцев ушло на подготовку сценария, музыки, эскизов, декораций, костюмов. Причем руку к их созданию ребята приложили сами. Красить и шить, вспоминают, приходилось даже по ночам. Мы все костюмы шьем сами, все декорации делаем сами, все рисуем, это все ручной труд. Все это придумывает наш руководитель Лиза. И мы воплощаем уже просто ее идеи, она дает нам задания. Вот они, кадры с бесконечных репетиций. Их участники спектакля сняли сами. Кто-то смеется, кто-то сосредоточенно повторяет движение, кто-то, видно, уже давно устал. Для подобного масштабного шоу, признаются артисты, времени на подготовку было не так уж и много. А самой сложной оказалась постановка именно массовых сцен. И это при том, что в труппе настоящие профессионалы, к примеру, мастера спорта по художественной гимнастике. Перед этой премьерой мы очень сильно волновались, потому что очень мало времени было на подготовку. Поэтому с трясущимися руками, с трясущимися ногами каждый раз, как в первый раз. Поэтому если артист не боится, он уже не артист, наверное. Мир насекомых в столь ярких красках уже успел полюбиться жителям республики. И если гастроли новой «Мириады» пока не планируются, спектакль «Волшебный лес» в этом году еще успеет приехать в районы Коми. Любовь Филиппова, Василий Янин, телеканал «Юрган», Сыктывкар.